Мемори ничего не стоит. Да, мемори дешево. Так, вот Шура у нас поднимает парус. Вот на эту мачту. Ну что ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаем паруса. Ну, не помню, не по тональности. Да, Гена, откуда же у меня тональность? Мне что, учил кто-то? Я самоучка самородок, можно сказать. Да. А ты мне тут... А ты тональность. А ты тональность? Что такое я тональность? Даже не знаю, что почему это такое. Не знаю? Вот ты. Сейчас вот тебе Света скажет, такое тональность. Вот Света у нас... Музыкально так. Образованный человек. Ген, я бы тебя попросил, вот там есть впереди. Давай. На яхту ее брось, а потом заберем. А вот и муви пошло. Вот это наш капитан бравый. Шурик, помаши ручкой. Ура! Вот это Света. И мы сделаем муви и пошлем ее дочке Дине в Лос-Анджелес. И она тоже так, будет. Так, вот это среднюю. А теперь я покажу главного матроса, Юнгу почти, не, он уже, мы его промоутит, на главного матроса Геннадия, который здорово обращается с парусами. Мы скоро отчалим, ждите новостей. А вот мы подхватили потерпевших кораблекрушение, почти что, ну почти, нужно помечтать. И вот такой маленький хорошенький Миша с нами тут оказался. С мамочкой и папочкой. Мы их сейчас повезем. Я на тот... сегодня ответственная. Куда-то, не знаю куда. Ой, вы пойдите сюда. У меня парус нет. Держи веревочку. К берегу идем. Гена выгребает. Веревочку подбери. Мы прямо вот так держи ее. Нет, есть закончик, ее надо держать. А, закончик. Еще. За вон он ниже. Кончик? За какой такой кончик? Нет, последний у тебя в ногах, наверное. Еще ниже. Помнишь, как ты его держал? Вот тяни. Пропусти ее под ногами. Еще пропусти под вторую ногу. Да. Все, давай, поворачивай. Поворачивай. Во, поворачивай. Мы должны выплыть. Другого не дано. Поставь ее. Ура! Мы плывем. Повернул. И вот мы отплываем берег. Я все снимала. Да с матерками. Берег удаляется. Геннадий понял, как управлять этой яхтой. Я обалдел. Но ты не дал почти ни одного этого морского вразумительного указания. Точно, не говори. Я специально, наверное. Я что-то стал косноязычен. Вообще ничего не сказал. Ты давай туда. Куда, туда, сюда. Взрывайте. Смотри, как пошли. Пошли, здорово пошли. Так, вон там вот штучка есть. Отпустите ее. Штучка, которая штучка. Ой, ой. Вот видите, завинь. Вот это надо. Ну. Снимает? Сниму, ну я думаю, там что есть снимает. Там красненькое такое, рекорд? Есть. Слушайте, все есть. Мы плывем по Обскому морю. Оно стало очень маленькое, потому что его, оказывается, закопали. А? Каким-то образом. Потому что оно было грязное, и его чистить не могли. Ну, у тебя паруса не работают. Или работают? Нет. Он... Паруса? Работают? На пол. Тогда все хорошо. Тогда... Шура наш капитан. Мы же плывем, не весла же. И вот эта дамба уже работать. Слева. Может, плохо работает. Опровержение. Это Гена меня, между прочим, ввел в заблуждение. И мы выходим в открытое море. Вон оно какое большое, шикарное море. Обское мое. Гена вот. Зачем? Неправда ваша, я снимаю все подряд. Она просторы снимает. Я просторы знаю. Нет, снимает все подряд, а остается одна. Веревочка, ей. Я снимаю все подряд. Морские дали и плавательные средства. Такое правило, надо забираться на место. И вот, наконец, мы пришвартовались. Мы на острове, который называется... Шура, как называется остров? Таньвань. Да. А, это тот самый остров, на котором Гена когда-то терял весла от лодки. Да. Нечаянно, зачем? Мы с ним спрессовались в полосе, а была буря. И лодка не стала.
Сейчас мы здесь тоже. Мы еду взяли вкусненькую. У нас сейчас будет здесь пикник. Вот стоит Женька, которая много ругается. Я совершенно нет. Я классный морской волк. Вот именно поэтому ругаешь, наверное. Вот наша яхта. Вот какая-то плавучая база. Так. Вот мы плывем назад. Гена и Саша уже купались. Мы просто так воду пробовали, мочили. Гена, ноги. А тебе с ивритом трудно было? Ты потрясающие узнал? Облака. Я не знал, но было просто не потрясающие. Очень трудно. Очень аналитически такой язык. Так красиво. Такие вообще. Что-то типа необыкновенные слова. А вы, кажется, здесь начинали на курсе. А с английским? Сюда? Что? Так. Английский, ну, сейчас проще. Ты по-английски делаешь сейчас. На работе. У меня тут пацаны вообще эти внуки-то. Это же по-английски говорит. Ну, внуки. Ну, он, правда, по-русски хорошо какая-то говорит. Какая-то лодка прямо идет, как-то так нам страшно. По-русски, надо сказать, хорошо говорит. Но все равно он разговаривает с детьми по-английски, Аня с ними по-русски говорит. Ну все, ну русские они, конечно, хуже уже знают. Хотя им наняли учителей. Очень красивые облака. Синее небо, уже 7 час. Тепло, синее небо и очень низкие красивые облака. Мы возвращаемся домой. Какая-то штука там. Сейчас тебе придется, наверное, там. Вот мы практически подъезжаем уже. К нашему конечному результату на берег. Вот, вот мы едем. Это здорово, они уединились. Классно. Те, кто на воде, можно не стесняться. Да, да, что там? Это не люди. У нас мы так же вот, да, по-моему, даже с миленьким. Мы почти на берегу. Выплываем. Скоро будем дома. Сплав у нас.